Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 24 августа. Наши бабушки и дедушки в этот день по приметам судили о грядущей погоде. Перистые облака изгибаются длинной полосой к дождю с сильным ветром. А какая же погода ждет нас завтра, 24 августа? Сейчас я вам об этом поведаю. В селе Вишневая Поляна Нурлатского района Республики Татарстан плюс 26. С каждым днем температура понижается. Только одно остается неизменным – осадки. В деревне Вишневка Нижнеомского района Омской области плюс 30. За окном жара, прямо как на курорте. Не забывайте пить много воды. В такую погоду это обязательно. В деревне Вишня Лухского района Ивановской области воздух прогреется до 18 градусов. Как сообщают синоптики, днем будет переменная облачность и дождь. В поселке Вишневое Гвардейского городского округа Калининградской области плюс 17. Хорошая новость. У сельчан есть время отдохнуть от пасмурной погоды. Правда, только один день. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!